Итак, ребят, это очередная ссылка на статью. Но я поясню. Сергей двигается очень быстро, но он не может понять простые вещи. Что вот, смотрите, я вот специально сейчас набросал код. Где-то посмотрел, мы рассмотрим. Но я его набросал, потому что я понимаю, что такое интерфейс. Я Говорю к чему? Ведь в интернет куча объяснений по три строки умных, а толково ничего нету. Потому что надо копаться. Вот так вот, как мы два месяца копаемся. По сути дела, когда вы разберетесь, то и копаться то не с чем. Правильно, все на поверхности. Сергей написал, но в следующем видео я скажу, мы разберем его сообщение. Чем больше Сергей сообщений, тем лучше, чем быстрее разберем. Было бы неплохо поработать с паттернами. Помните, два месяца назад он сказал, проработайте паттерны. И что? А ничего. Потому что тогда они для вас были сложны. Сейчас они вам помогут дополнить. Я читаю, не совсем понимаю, нужна практика. Хотя, прорабатывать все, что делал на питон, Котлет давно не работал. В общем, знаете, Сереж, смотрите, в чем сейчас ошибка? То, что вы вот сейчас пишете, это просто дергание. Нет, я не отговариваю, с кодом надо вообще работать всегда. Вот я сел, поработал, чтобы вам сейчас показать. Сейчас, сейчас станет на места. Но на самом деле конструкция намного сложнее. И при этом я то немного на самом деле от вас то требую. Я, я от вас требую очень простых вещей. Я от вас требую очень простых вещей. Задача прежняя от вас э, понять, что такое классы, где они применяются. Абстрактные классы, интерфейсы, миксины, декораторы. Всего конструкций больше 20. Я взял основу, которая в принципе используется почти везде. Да. Прочитаете эту статью, и в чем суть? Вот я хочу, чтобы вы поняли очень простую вещь, но очень действенную. Вот смотрите. Есть способ, как проделать э, путь, да, за 7-10 лет, э, но пройти за несколько месяцев. Вот э, первое доказательство. Вы знаете, вот то, что я рассказывал, да, изучение двух языков, ведь я шел очень долго к этому, я четыре года вообще не изучал второй язык, не понимал. Сергей все это прошел за два года. Теперь мы перешли к такой вещи, как разработка. Все оказалось намного э, сложнее. Почему? Потому что нам надо сначала ставить в голове конструкции, а потом писать код. Раньше все было просто. Раньше все было просто. Почему? Потому что, в принципе, все сводилось вот к такой вещи. То есть, по сути дела, мы писали некий класс, но работали всегда в пределах класса. Вот есть класс и как работает. Или мы новички что там делают? Допустим, создают там список и все. И там добавляют, отнимают что-то в список. То есть, по сути дела, работают в пределах конструкции. В разработке мы начинаем работать с чем? Мы начинаем работать под другим углом совершенно. И для этого надо уже изначально понимать другие вещи. Если раньше мы просто могли написать класс, нап могли написать какой-то там абстрактный класс, ну там, ну что тут просто я показываю. Здесь нет никакой сейчас логики. Именно пока человек изучает, он не пишет, он пишет код без всякой логики. Мы, мы просто писали там ABS, импорт ABC. Абстракт-метод. И потом поехали нечто там э, писать. Класс. Там. Ого-го. Класс. уго го АБС. И дальше э, пошли писать. Сейчас то дело в другом. Сейчас надо есть конкретное задание. Есть конкретное задание. Вот э, я ради интереса показал. Поставить надо точку, помочь. Есть конкретное задание, которое заключается. Описать. Описать программе. Все подклассы птиц. Птиц. Э -э все подклассы птиц. Первое, что я говорил, прочитайте статью немножко. Я сейчас э вылез за статью. Я просто написал, что есть способность пройти за 2-5 месяцев то, что, допустим, до чего там э, я доходил от 7, там, я уже 11 год, да. Э, но, почитайте, опять же, задача очень простая. И, по сути дела, э, Сергей постоянно пытается поставить телегу впереди лошади. Я то говорю совершенно о других вещах. Я говорю, вот Сергей, выйдите на улицу, Посмотрите на улицу. Вот она улица. Ну, давайте сделаем немножко по-другому. Так, ну где тут улица какая-нибудь. Да ешь, как я не люблю этот влез. Есть твой раз. С этой, этими аккаунтами я от этих социальных сетей убегаю. Сейчас, секунду. Вот у нас улица Нью-Йорка. Возьмите улицу Москвы, улица Минска, неважно чего. Вопрос, вот стали вы на улице и говорите себе, как я буду оцифровывать улицу? Здесь куча кафе, здесь куча ресторанов, куча домов. Как? Я постараюсь вам дать подсказку сейчас, да, потом, уже в следующем видео. Все эти видео будут, вот несколько видео с маркировкой И, интерфейс, маленькая буква И будет впереди стоять, да. И будут они также находиться в разделе, Работать, работать. И так... в разделе разработка Python OOP, да, в этом разделе, только будет буквочка И. Я сейчас на что обращу внимание, и закончу видео, почитайте, потому что здесь не так важно, просто я хочу, чтобы вы поняли мой способ, которым я сейчас пользуюсь. Итак, Смотрите, я вам еще раз зачитаю, чтобы вы поняли. Смотрите, Сергей, помните, два месяца назад у вас вообще никаких вопросов не было. У вас ничего не было. Вы просто не знали, что делать. Да, вы отлично разобрались с двумя языками. То есть, Отработали разные конструкции, просто говорю, но ну, работали всегда в рамках чего-то, в рамках списка, в рамках класса. Потом, когда вы достаточно над... с этим поднаторели и вышли, что, что оказывается хочется что-то писать, а теперь это все станет на места. Но станет на места после того, как сначала определяется, что вы будете делать, да, это вот простенький код. Что вы будете делать? А потом вы это все будете опять при помощи знакомых списков словарей, классов, функций, методов и так далее, и так далее. Все очень банально просто. Но до этой простоты надо дойти. Поэтому я вам и говорю: ваша задача, вот сегодня, я надеюсь, мы поставим точку, в конце концов разобраться, где я буду применять просто классы. Где я буду... Вот, вот, вот у нас улица. Выйдите вы у себя в городе в улицу. И подумайте, над этим вот решить ту задачу, какую сейчас. Ассоциации в голове. Как я опишу кафе, находящееся на улице. Как я напишу автомобили, которые постоянно меняются, но они ездят по каким-то правилам. Как я опишу. Понимаете? Вы стараетесь найти именно сначала, пойти легким путем. Ведь куча э, э, кода в интерфейсах, да, говорите, вот только смотрю у Кейта Маги, не понимаю. Да все, вы на самом деле понимаете, Сереж, просто надо немножко сейчас прислушаться. И сейчас я скажу, вы, наверное, заметили, в чем заключается мой... Метод обучения, он работает на 100%. Давайте сначала пойдем от обратного. Можно пойти естественным путем. То есть программировать пройдет 7-8 лет, вы четко будете понимать все. Но на это уйдет много времени. Я, мы пошли с вами другим путем. Я два месяца... У вас постоянно требовалось, чтобы вы разобрались вот с этими вещами. Сначала, помните, я вам подбросил интерфейс и паттерны. А, паттерны для новичков, объясняю, это шаблоны. Одним из них мы сегодня фабрику, там, фабрику, да, рассмотрим. А... Вы тогда это отодвинули, почему? Потому что у вас в голове нет ни абстрактного класса, ни интерфейса, то есть, а смысл работы с какими-то паттернами, которые построены, в принципе, на этих базовых понятиях. Когда вы начали изучать абстрактные классы ин интерфейса миксинга, вы преуспели в декораторах, в миксинах пока путаница вижу, Абстрактные классы интерфейса вообще написали, мы потом в следующем видео рассмотрим, да, но поставим над этим точку. Я ведь, смотрите, когда совсем загрузка, да, вижу, я прихожу на помощь. Но что главное получилось? Да у вас сейчас куча вопросов, а чего мы ожидали? Да этого же мы и ожидали. Потому что два месяца назад никаких вопросов вообще не было. А сейчас куча. Это и есть работа метода, что все идет нормально. Теперь я вижу, что правильно, нет, я тут не то, что говорю, правильно, вы начали предпринимать некие действия. Надо поработать с паттернами, надо поработать с кодом, надо поработать с тем, с тем. То есть вы начали искать какие-то решения. Пошла движуха. Это и есть классно. Да, теперь где-то я вас направлю, да? Но мы рассмотрим предыдущие сначала ошибки. Поэтому почитайте статью, ссылка в описании этого видео. Это просто статья, это просто рядовая статья. Но суть в том, чтобы у вас э, суть статьи и суть, ребята, их те смотрят, что должна появиться некая движуха в голове. То есть, почему? Потому что начинает прорастать понятие, а что такое абстрактный класс, а что такое интерфейс, да? И мы предыдущие статьи, посмотрите видео, здесь много, да? Вопрос в другом. Что сейчас, пока путаница, а где я буду использовать абстрактный класс и как он работает? Где интерфейс? Где миксинг, потому что иногда логику забиваем, мы ж тогда пишемся э, э, таким образом, что возьмем мос москвич вместо теплицы, начнем там пом помидоры выращивать. Но это ведь неправильно. Неправильно. Пока я заканчиваю, читайте эту статью. Поэтому э, смысл этого видео очень прост, да, что на самом деле в первую очередь надо вложить понятие. Для тех, кто только начал с этого видео, ребята, самое главное быть в школе, в группе. Вот и все. Все остальное это фигня. Я заканчиваю видео. Ссылка в описании.